ничего страшного. А сейчас, кстати, на контроле, вот тогда мне сказали, что у нас некоторые говорят одно подмерить, на минус, некоторые говорят... Кабинет физики. Кабинет труда. А внизу справа, там, вот как заходишь, смотри, врач справа, был кабинет, я узнаю, вообще не знаю, все остальное. Там был физкультура. Кабинет истории или литературы. Да, уж поближе нужно к этому. Гуманитарным предметам. Кабинет математики. Это что, Лобачевский портрет, что ли? Кабинет военно-морской подготовки. Мой график летом был. Еще раз не подскажи, за опять аббревиатуру забыл, компания. Транзас. Транзас, угу. Спасибо большое, интересно. Это все обливаем? Мы на шестивесельник ходили. Ага. А это не ялик, это четырехвесельник, да? Ял-2. А, Ял-2, да. Ага. А вы ходили... Ялик, маленький, тузик все меньше. Еще меньше. А в училище были какие? Шестивесельник. Ага. Единственное, что, конечно, ножки у вас до половины я захватываю. Сейчас еще одну фотографию по ходу сделаю. Тут фотографии тоже можно делать. Все. Все. Как тебе сказать? Такой же, да, класс? Такой же класс, а у нас
Одно окно такое большое, и там большое, и здесь судьба большая. Какой же у вас еще и вид был потрясающий. Да тут, наверное, только адмиралов можно учиться. На адмиралов. Ой, такое счастье, я не знаю, я с огромным удовольствием смотрел, когда вот уже темнота, где-то около 10 солнышко сходит, и вот так вот катится по крышам буквально. Фонтан, и там декорация здесь такая. В футбол играли. А, по спортплощадка была? Да. Нет, так. Площадки не было спортивной, здесь просто была засыпана. Понятно. Красота, короче. А с той стороны эти туристические автобусы, селяне, все. Ну это, да. Алкоголь там. Вот, приезжают. Грозили, кидали.